Ну і, власне, наша новорічна тематика продовжується у нас у гостях. Вікторія Рибалко, декоратора. І будемо сьогодні розмовляти про тенденції, що потрібно, що не можна використовувати. Думаю, буде цікаво. І давайте розпочнемо, знаєте, одразу так. Топ-5 порад, чого точно не потрібно робити в декорі. Здравствуйте все. Мы знаем, что сейчас грядущий год 21-й, это год металлического быка. Соответственно, если верить всем гороскопам и преданиям, как к нему приготовиться, то нам нужно избегать ярких оттенков в украшении елочки, в декоре, потому что бык, он достаточно консервативен, домашен, и ему нужны пастельные, спокойные оттенки. Далее, это минимализм. Все сейчас стремится к минимализму, то есть должно быть немного, но должно быть расставлено очень грамотно. Скорее, классический стиль в оформлении, он никогда не теряет свою актуальность и преображается из года в год, меняя только свои цветовые оттенки. Далее, третий пункт – это натуральность материалов. Сейчас все идет к тому, что хотим жить в экологически чистом мире, дышать чистым воздухом. И, соответственно, в дом мы тоже заносим те вещи, которые будут экологически чисты. Это натуральные материалы, которые сохраняют свою целостность и внешний вид до 3 лет. Это в этом году хорошо используются стабилизированные растения. Растения, обработанные таким путем, они до 3 лет хранят свою целостность и цвет, и смотрятся как натуральные. То есть это основные те факторы, которые нужно использовать в декорациях в этом году. А как их сберегать? Какой треба особливый способ сберегать? Нет, эти растения хранятся абсолютно в домашних условиях, то есть домашняя температура позволяет им сохраняться более 3 лет. На своем опыте испытала, в декоре часто используем в оформлениях, в букетах. Это незаменимая вещь, потому что живой цветочек, он увядает. Он за день может в связи с погодными условиями терять свой внешний вид и свои характеристики. Стабилизированное растение всегда ровно, всегда красиво. То есть все в целом сохраняет свой тот товарный вид, при котором его хочется еще и еще использовать. Да, а что до кольорів? Які зараз трендові кольори, в яких можна прикрашати свою оселю? По цветам, в отличие от 2020 года, когда мы преобладали рубиновые винные оттенки и использовали их в декорациях, сейчас все-таки бык, он, повторюсь таки, он консервативен, он домашен и он хочет пастельных тонов. Для творчески креативных людей, тех, которые хотят вот что-то необычное, это лаванда, это мята, это пудра. Классика, золото и серебро остается неизменным, и разбавляем это все белым тоном. Соответственно, получается у нас вот такая спокойная обстановочка для того, чтобы год, который приходит, был к нам благосклонен. Вот, власне, наша ялинка, вона трішки не за трендами, правильно? Ну, синий цвет, да. Синий цвет, он допустим, но в меньших количествах. Более все-таки используются светлые тоны, пастельные, да, и расскажу, моя елочка домашняя, тоже на ней есть 3 синих шарика, потому что в этом году я прям вот очень сильно хотела синий цвет, но в основном это все-таки это пудра и это серебро. То есть на вкус и цвет, да, как говорят, у нас сколько людей, столько и вкусов. Поэтому запретить кому-то украшать в красных тонах, это, ну, мы не можем, да. Даже на выставке ежегодной Christmas World, которая проходит ежегодно в Германии, есть топ-10 стилей, которые используются в декорациях. Соответственно, каждый человек, посмотрев на эту елочку, может выбрать для себя уникальный тот стиль, который он хочет. От минимализма вот скандинавского, который может из голой елкой остаться, и вот она будет классная, им будет нравиться, да? И до вот шеби-шик, когда елочка завешена всем абсолютно, на ней нет там живого места. Как у американского президента. Да. Но вот этот стиль шеби-шик, он... С ним нужно очень аккуратно, и скорее нужно пользоваться услугами профессиональных декораторов для того, чтобы не перейти в... Несмак. Да. Что за, знаешь, что за нато, то не здраво. Да, есть тонкая грань, поэтому вот мы все-таки... Щодо пандемії, щодо ковіду, чи привнесла оця тенденція? Все одно ми постійно реагуємо так на якісь нові отакі от навіювання в нашому житті, так, в суспільстві.
Ковід приніс щось нове в декор? Конечно. Он не то, что принес. Бактерии, он шагал семимильными шагами в этот декор, и он останется, мне кажется, у каждого будет какое-то воспоминание, что вот этот год мы не забудем. Да. Во-первых, начиная с елочных шаров, которые в масках. Все видели, это масс-маркетовский просто ход, который вот куплю, там даже, может, ну, одну, да, положу, вешать не буду, но в коробке она будет лежать. Для того, чтобы я вот помнил о том, что вот был такой тяжелый год. То есть всякие смешные мордашки в масках, это сейчас просто тренд. Что касается подарков, это очень много на крафтовых платформах всемирных, таких как Etsy, eBay, сейчас таких вот тематических подарков, как футболочки с надписью «Не дай Боже, еще один 20-й год». Ну, то есть это все, да, в разных ипостасиях оно как-то редактируется, но вот такие подарочки, маски, ангелочки из масок, которые вешаются тоже на елку. То есть кто не так критичен к этому, и кто все-таки, люди уже самопсихологами стали за этот год, и они ищут позитив, стараются в каждом каком-то шаге. Соответственно, и декор мы тоже там можем вот сделать и улыбнуться і посміятися. От якщо говорити не тільки про ялинку, а й про інший декор, віночки, різні якісь композиції, чи з'явилися якісь такі нові фішечки, якими кожен може прикрасити дом, будинок? Да, в этом году это стабилизированные растения. Это эвкалипт, это самшит. Они используются и в веночках, и в оформлениях настольных композиций. Вот здесь мы можем видеть, mm-hmm. да, здесь сделано с веточками самшита подсвечничек, с кофейными зернами на спилах деревьях, то есть полностью здесь орешки, все. Было краще видно, может вот так будет, да, видніше. Это композиция на стол. В зависимости от объема стола у нас таких композиций может быть больше. Это натурально? Да, это все полностью натурально. То есть он... А, тут есть желуди, горішки, шишки. И это эвкалипт, так? Да, это эвкалипт. Кавові зерна. И кофейные зерна для того, чтобы дать какой-то домашний. А что, от, власне, роблять цьому эвкалипту, аби він там не засох, не зав'янув? Це якісь спеціальні рощі. Да, растения их срезают и вплоть до роз, бутонов роз. То есть сохраняют их в первозданном виде. Если посмотреть и не знать, что это стабилизированная роза или стабилизированные листья эвкалипта, то даже ты никогда не догадаешься о том, что действительно, ну, то есть это уже обработано. Они обрабатываются специальным химраствором, они высушиваются, и таким образом они сохраняют свой цвет и свой вид в течение 3 лет. Это минимум, это минимальная гарантия. Обрабатывается абсолютно все, начиная от гипсофилы до всяких листьев. И это используется в этом году в оформлениях, в веночках особенно. То есть рядом с живой хвоей мы вплетаем, вот очень много сейчас мастер-классов, которые предлагают творческие студии, мы вплетаем рядышком с елочкой живые листья, вот, или стабилизированные листья эвкалипта. Таким образом, вот дом благоухает свежестью. И этот веночек, он до года может сохранять свою свежесть и целостность. Естественно, что и с елочкой мы так уже, конечно, не сделаем, но если брать истинный эвкалиптовый венок, то, пожалуйста, мы его можем использовать и в следующем году, если его аккуратно положить в коробочку, да, не воздействовать на него слишком теплом или влажностью, то вот в нормальных квартирных условиях все сохраняется в идеальном виде. Ну, а те, що ми постійно орієнтуємося на тренди європейські або американські, так, оця глобалізація. Щодо якихось українських трендів, сучасних, в якому стилі українському саме, що можна привнести такого національного, так, автентичного в свій декор цього року? Если брать наши национальные цвета, допустим, это вот сейчас вышиванки, да, есть у каждого. Есть вышиванки с красным тоном, есть вышиванки с голубым и с синим оттенком. То есть мы миксуем эти серебро с синим, и я лично видела, делали елочку как вышиваночку. То есть из маленьких шариков делали вот такие орнаменты базовые. Ничего себе. Да. Это очень
очень уникальный индивидуальный подход. Это очень складно. Да, это тяжело, но вот как говорится, на вкус и цвет, да, мы не можем запретить украшать в красный, и мы не можем запретить украшать не равномерно шариками, да, как нам хочется, а вот делать просто такие, как вышитые мотивы. Это вот из маленьких-маленьких, самых маленьких, там 2-3 сантиметра, да, шариков используется, и они делают основные какие-то мотивы на нашей елочке. То есть вот это то, что мы хотим. Мы, творчество, это понятие растяжение. А оці шкарпетки, це ж така американська, знову ж таки, традиція, да, так? У нас, да, такого немає. А є якась альтернатива українська? Де можна складати подаруночки? Валянки. Валянки? Ну, такі. В основному ми зараз все перебираємо все-таки оттуда, да? Всі ці веяні приходять нам з Запада, починаючи з хеллоуінських праздників. Mm-hmm. Ми приходимо к тому, що ми самі же несемо ці носочки. Тобто, от моя дочь, да, їй 5 лет, і вона вже знає о том, що носочки кладуть подарочки. Откуда вона це знає? Ну, це вже, напевно, питання з фільмів. Да, тобто, все це вносить в наш бит какие-то свои коррективы. Поэтому мы все-таки больше и в заказах декорирования, и вот в ресторациях все-таки больше ориентируемся на западное пространство. А як заощадити на декорі? Тому що якщо купувати це десь в якомусь там торгівельному центрі, це буде досить дорого, якщо це хендмейд. Да. Якщо робити власноруч, наприклад, так, це можливо дешевше, але де купувати усі ці необхідні там ресурси? Если вот взять покупку готового изделия, то вот такой маленький подсвечничек будет где-то стоить 300 гривен, если вот пойти, да. По себестоимости стабилизированные растения действительно, они не из дешевых. То есть вот пучок, допустим, эвкалипта, он начинается от 100, он идет в упаковочках где-то по 160 грамм, он идет где-то в районе 200 гривен. Это уже готовый, обробленный? Да. Но его много, мы его весь не используем. Экономнее нам будет собраться всем и заказать себе то, что мы хотим, и поделить это. И, соответственно, уже под свой вкус делать какие-то поделки. Что касается натуральных материалов, есть специальные интернет-платформы, которые продают вот эти материалы. И там можно, вот, начиная со спила дерева, с основы, с каких-то натуральных тканей, и заканчивая вот стабилизированными растениями, мы можем выбрать все, что нам нужно. Единственное, что нам потом нужно будет это собрать, и если мы захотим собирать это все в композицию, то нам понадобится либо термопистолет, если мы захотим это все склеивать, да, либо мы делаем в вазах, если такие композиции, как берем веточки и украшаем уже ставим в большую вазу и украшаем уже непосредственно. Как квіти? Да, да, это имитация, да. То есть все зависит от наших идей и от пространства, которое нам нужно убрать. Чем больше пространства, тем массивнее будут декорации. Чем меньше, тем мы меньше используем. Классика в подходе декорирования, она всегда... всегда уместна. Ви знаєте, маю таке делікатне питання, хоча бик, він за натуральність, так, але все більше активістів, так, б'ють на сполох, аби там ялинки не різали, дерева там не вирубували. З таким меседжем, ялинки також. Так, типу, купуйте штучні ялинки, вони будуть і довговічні, і зекономлять вам гроші. Бик, він все-таки любить натуральне. Чи може все-таки, знаєте, зробити таку поблажечку, якщо ви поставили штучну ялинку? Ну, бык у нас все-таки за натуральность. Бык у нас трудолюбивый, работящий. Он вот, то есть ты взял, я беру искусственную елку. То есть я все-таки в этих вопросах я консервативна, я не беру живые. Но в плане декорирования я понимаю, что я взяну здесь немножко себе материалов. То есть ты вот действуй как бык, посади новое дерево. Все. Ну, головне не йти не в ліс і не різати, не пиляти ту гілку. Да, да. Вот то, що там купили себе на какой-то подсвечничек, на композицію, это будет тот минимум, который вам прослужит до 3 лет. Вы можете использовать это и в следующем году, да, и через год позже. То есть это хорошее вложение, и все-таки в этом, мне кажется, можно позволить себе вот такую приятность и сделать что-то натуральное в оформлении. Свій будинок вже прикрасили? Да. Розказуйте. У меня искусственная елка, я придерживаюсь вот консервативных мотивов. Единственное, что я купила в этом году много шаров,
и это пастельный оттенок. Потому что я всегда, мне очень нравились яркие оттенки, и все-таки больше их использовала там какой-то красный, винный, рубиновый, даже свечи были красные. Вот красный с зеленым, золото для меня это было вот. Это такая классика, резьбяная классика. Да, в этом году я решила следовать. Знаете, год был тяжелым, поэтому я следую всем традициям для того, чтобы следующий год был просто замечательным. Поэтому елочка у меня в пастельных тонах и 3 синих шарика. Окрім ялинки. Да, это зона декора с помощью пледик, подушек. Это все классические олени. Их никто не отменял. И деревянный декор. Деревянный декор — это тоже олени в форме... Там в разных размерах, это семья оленей, и всяческие звездочки, то есть это все, вот простота деревянного декора дает ему какой-то шарм. То есть вроде вещи простые, но когда ты ставишь их много, создаешь какие-то композиции, то оно смотрится просто потрясающе. Поэтому у меня вот целый угол в квартире, вот начиная с елочки. Фотозона. Фотозона, да. Вот я так и хотела, чтобы в этом году это выглядело действительно так. А от якісь віночки там на двері. Це ж також не наша традиція. Да. Звідки вона взагалі пішла? Чого вішають ці віночки, якщо, можливо, знаєте? Это пошло скорее из Америки. Там это очень принято, это декорирование дверей входных. То есть они показывают, как у них там дорого-богата душа, и начиная с елочных веночков зимой, то искусственные цветы используются, и там всякие декор, ленточки, бантики используются в летние. То есть они покупают, у них есть пасхальный веночек с зайчиками, там, с яйцами, с корзинками. Они меняют их просто в зависимости от праздника к празднику, от сезона к сезону. То есть у них это норма, и это должно быть там практически в каждом доме, в каждой семье. Это как традиция. У нас это, естественно, пошло оттуда. Но сейчас вот наши люди, они еще не готовы до конца следовать этим традициям. То есть кто-то хочет, кто-то не хочет, кто-то пытается, а у кого-то это не получается, потому что менталитет... Все-таки свой. Да. Вот. Поэтому у меня тоже есть веночек, но вешаю я его изнутри квартиры. А зараз ще дуже активно рекламують оці от аерозолі на вікна. Коли ти розпиляєш, то з'являється такий візерунок, так, як мороз по вікнах. Таке використовувати можна, і наскільки це безпечно, і потім можна відперти ті вікна? В будь-якому випадку в составі там не все так безпечно. Я все-таки придерживаюсь класики. Я не пользуюсь такими... баллончиками, скорее я повешу туда лучше гирлянду, да, которая будет светиться, создавать праздничное настроение, вот, будет даже ощущение праздника, когда ты идешь по улице и смотришь, что у кого-то в окне праздник, вот прямо на душе становится веселее, да. Вот круто это воспринимается. А эти аэрозоли, они отмываются, они достаточно легко отмываются, но вопрос не в том, как они отмываются, а в том, что мы их распыляем в квартире, и это все-таки это замкнутое пространство, и мы этим дышим. И, соответственно, окна у нас, скорее всего, размещены рядышком с батареей, и тогда вот батарея, наоборот, нагревая эти составы, заставляет их распылять вот эти невидимые частички, которые мы вдыхаем. Тому лічний вибір кожного. Так, будьте уважні, друзі, дійсно, це хороші поради. Пане Вікторію, ну давайте побажайте щось нашим глядачам на Новий рік. Що б ви хотіли побажати? Цей рік був непростим, треба визнати, але наступний буде краще. Я хочу пожелати людям здоров'я, це зараз дуже актуально. Я хочу пожелати людям стабільності і позитивного настроєння, несмотря на те, що відбувається зараз в світі, і як змінився наш формат життя за ці роки, мені хочеться сказати, що все буде добре, в наступному році буде краще, ніж в цьому, тому будьте на позитиві, будьте щасливі, і пусть сім'я буде благополучна. Дякую вам за те, що прийшли до нас у студії. Нагадую нашим глядачам, з нами була Вікторія Рибалко, декоратор. Говорили про Новий рік і те, чим прикрашати свій будинок.
Друзі, на цьому будемо дякувати вам. Всім гарних вихідних. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал «Правда тут» і обов'язково ставте лайки. Помітьте, відмітьте собі також оцей дзвіночок, аби він вам нагадував, що «Правда тут» розпочинає свої ранки, розпочинає цікаво, і у вас є змога до нас доєднатися. Також пишіть коментарі. Ми вас і почитаємо, і почуємо, і, можливо, навіть дослухаємось. Дякую вам за увагу. Побачимось.